вложены в работу, да, цвета и краски, чтобы они несли хорошее, позитивное настроение. Потому что помимо того внутреннего состояния, который художник каждый хочет вложить в свою работу, мне кажется, очень важно помнить, что эта же работа потом будет нести и транслировать все те же эмоции всем тем, кто будет за ней наблюдать. Поэтому очень хочется, чтобы больше сказочного. Основная идея этой пысанки – это лик Божий и Девы Марии на фоне чистого голубого неба. Вот как бы все так просто и доступно. Хотелось что-то, что вызовет улыбку не только у детей, но и у взрослых. Ну а эти дружественные нам формы жизни, они как бы весело машут из иллюминаторов. Я думаю, это достаточно позитивно и весело, учитывая, насколько у нас сейчас невеселая ситуация в стране. Лишний раз вызвать какие-то положительные эмоции людей, почему бы и нет. Это хобби. Я года 3-4 назад как начала. У меня два высших образования, но они не художественные. Находясь в длительном декрете с двумя детьми, как-то хотелось какую-то отдушину найти, как-то отвлечься от быта. Вот. Ну и рисование как бы стало этой отдушиной. У меня на яйце изображен феникс, именно возрождение феникса. Он присутствует в многих мифах, потому я и выбрала именно его. Это как бы посыл именно возрождения, может быть, даже Украины, возрождение человека, путь его к бессмертию. Я думаю, каждый, который человек подойдет к этой работе, он замыслится об этом и что-то найдет для себя в этом яйце. Я давно занимаюсь, я художник, дизайнер, и это не хобби, это моя жизнь. Я сделала лотос вот внизу на композиции солнца и выбрала такие яркие цвета, очень позитивные. Сдалека очень привлекает детей такая тема и людей окружающих. Хотела донести позитив своей работой, гармонию, звезды. Это для мечтательных людей.